Вот они, актеры. Мои любимые рты. Вот рот, который говорит мои шутки. Вот рот, который вставляет свои шутки в мои шутки. Вот рот, который вставляет мои шутки в свои шутки. Вот рот, который молчит мои шутки, поет свои песни. Вот женщина, благодаря которой я начал писать шутки. Кстати, Юля самая послушная актриса у нас. Смотрите. Юля, раздевайся. Но не всегда доходит до нее. Дима Брикоткин. Ему в сценарии напишешь иногда, опа, он из этого пятиминутный танец сделает. Красавец. Здесь наоборот. Ну тоже красавец. Максим Ярица. Этого человека не существует, это мой глюк. Я его придумал. Ну как может человек жить с такой фамилией? Ярица. Александр Попов. Он тоже автор, поэтому меня сейчас тоже видит. Саня, как дела у тебя? Нормально что? А ну-ка иди сюда. Видите? Держит его сцена. А потому что ты продал наше авторское братство. Когда костюм еврея на себя напялил. А потом костюм рыбы молота. Ты определись. Рыба молот не кошерная пища. Дошло. Юль, ты что, с ума сошла? Ну а что? Что такого? Раз в жизни-то можно поддержать человека? Да, Сереж? Спасибо, Юль. Сергей Шо!